мы так сейчас хоть зарейдим, блядь. Не, ну вдруг, может, хорошее настроение поможет. Я, блядь, только проснулся, нахуй. С добрым утром. Кто это выйдет? Я хуй знаю, кто посидит там, почилит. Я хуй знаю, что топи надо, какой шмот. Ну, можешь варлока свечить, я за пивом пока сбегаю. Я понял, блядь. Шейм его на замену просит. Шеймы на замену, нихуя себе. Давай Магина свищем на топу пока что. Вдруг там что-то надо будет, там посмотрим. Кравскип в рейде уже все в целка сидит. Ебаные Абэмы, нахуй. Натуре. Это, ну... Абэму ебать надо, нахуй! Блядь. Ну поехали, хули. Хуярим. 9 рыб ловушки всего. Ловушки не сняли еще? Бассиста. Я патию немножко кину. Ловушки не снимаю? Они снимали. Вот ты, Лёха пишет ку. Не спешите. Ку. Все нормально, мне как раз пета докачать надо. То мне тут сказали, что пет ебет просто. Элитарный, спорщенный. Человек, нифига себе. Нормально шум. Провис, нормально. Да. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Не важно, как... При истории мы будем героями, сражавшимися за свободу. Всем привет. Здорово. Привет. Чё? Может, на стресса возьмешь вместо вот Гена Банай? Вот на стресс, вот сколько он с нами там сотни? Там мастер зашел. Ну, на стресс давно ему, не играл. Ему еще осколки. Вот. На стресс просто по пауэру он не играл. Он говорил, сегодня его не будет? Не, не, не. Банул, получается. Залетел хукмастер. Если ебался, я сработаю вот пораньше. Но по приору он на 60 сотых всего ниже Гена Банай. Да. Ты про какого вара говоришь? Здрасте, ну, вот там приор. История топа. Я вообще не соображаю нихуя, одну кнопку тыкаю. Я понял. Нормально. Хватает, ладно. Проснусь только если леди с первого трая убьем. Уя, ты байтишь. Хочешь еще же на леди ставить этот. Да можно и не ставить. Ну, надо ставить. Там ДПСить хреново, если не ставить, ни хера не видишь. Герарник. Всем привет. Здорово. Привет, привет. О, свича меня нахуй. Не-не-не, пусть он бьет, пусть отрабатывает. Чего, фласочку дашь на? Иди танчи давай. Видишь, так. Я на шамане. Так. А вот так. Там на вступах полезу, да? Так, спокойно, блядь. Значит, осмотреть Валента. Так, оранжевые камни появились. Это, ну, так-то вообще... Так-то я не против, блядь. Но я не знаю, кого еще свищить, блядь. Валента только.
Этот, тебе какой шмот нужен, Valiant Tank? С этого инста. Посмотри. Сейчас, весь нахуй. Не, приора нет. Ну, может, тебе нужна такая шмотка, которая никому не нужна. Ладно, ты пока это самое. Лин... Давай этот самый палом заходи, Лингрен. Тут потому что это. Они побольше дадут. И танк нужен, потому что я на ДЦшнике. Седжу кольцо нужно, по-моему, с мастеркой. Да, кольцо, скорее всего, заберут по приору. То повыше. Такое. Оно когда? Один раз топку падало у нас. Да, да, погляди кольчугу. Ну, заранее. Который шмот тебя апнет. Посмотри, там 277, если есть такой. На боссов зайдешь. А так, главное не это, не офайся, чтобы ЕП ты получил за инст. А то, блядь, так всегда не будет приора. Ты думай, кого еще свечить. А кого еще свечить? Ну, Хокмастер зашел, ему что-то осколки лутать. Я хуй знаю. Ну, Закхан еще или кого, блядь? Я тебе говорю, давай Олд Варлок, я шкаф поставлю, пойду за пивом спокойно. Ну, нихуя себе, ты за пивом пойдешь, а мы без демона будем, блядь. Я дефтрика. А, спека себе демона. А у тебя нет вариантов, ты будешь спека себе демона. Тогда лечи делай еще и симулем. Я понял нахуй. Ну тогда иди, блядь. Мастер, заходи. Ебать решили. Те локи. У нас локоть теперь не будет. И шо? Есть там один варлок. Нахуй не нужен. Так вот его сейчас убирают. Локи этим, блядь. Минус демон. Ну, лок в принципе зайдет со второго босса. 5 ДК. Ну и Катрисия еще, блядь. Ну вот Мейзики 0 приора. Ну это Лем, блядь. Ну-ка. Сова есть, в принципе. Тоже ничего не заберет. Катрисия лучше будет. Ну это Милик, там... нахуй. Он Лингрен, топа. История, сливайте приор. У нас 15 миликов. Ну чё поделаешь, если не падает, чё надо. Я и так комбо-то стал собирать к следующему Т5. Печеньки лутай. Мне нахер эти печеньки не нужны. Я буду, говорит, ждать. Рарник, Т5. А ты не хочешь переодеться? Я не Т5 буду ждать, я жду башмаки, наручи. И будет у меня комбо-то. Жопа на леди будет с этими миликами. Давай, вон, оранжей набрали, блядь, и пошли. И праведное выключи, рарник. Ну, притон. О, притон пришел. Надо. Еще слот надо освобождать. Кто это будет? Ну, какой-то милик, короче, наверное. Я за пивом сейчас схожу, потом перекину в демона и... Ну, только Закханы сейчас. Да тут есть уже демон. Закханы сейчас только свищить. Сейчас свищим. Кого свищите? Авелания можно. Но они тоже, они по 25 дают, видишь, ДКшники эти. Они все по 25 дают. Надо по приору посмотреть. Так, ну, кольчуга за... Мне... Чё, мне свали три нужны штаны хэмовские и из гнила плащ нужен. Ну, спроси у этих ДКшников или палов, кто на них. Ну, я тут всех смотрел, у Инвизибла нету, ну, у Инвизибла есть. Типа, у Хукмастера тоже штаны эти есть. Типа, единственное, кому тут надо, это Тутилару нужны штаны. Так, давай притона пока берем. Вот так. Закхана сейчас ищем. Если вдруг не будет, ну, на твой шмот, то зайдешь. Ну, видишь, еще не знаю, месяц-два. У нас же еще один плюс. Да, он после плюс. Ребра уйдет. Ну, это ровист. Это ровист. А, это ровист. Единственное, что мне нужно, мне, ну, свалить три штаны нужны и гнила плащ, как бы. Вот на них поузнаваю людей, кому вот нужен этот шмот. Че, мужики, кому нужен шмот? То штаны хостовые на свалить три и плащ. Ну, плащ там всем нужен, поэтому плащ похуй. А Шендре надо рука и все. Штаны хостовые, кому нужны? Ну, так ты не поймешь. Посмотри через базу данных, не знаю, наверное. Ну, по приору, кстати, ты берешь. Пишет Invisible. Я не нахуй никому не нужен. Я 5 минут, ласка, уже прошла. Так, а
хочу. Ну, он тогда, он на место Invisible, он пишет, что уступит на Валитрию слот. А где фласки? Фласки. Сейчас. Я ГБ ставил, уже ГБ пропал. Сумоньте Лингрена и Рианти. Лингрена суманул. Так, фласки, звезде обмен. Ну, у нас 4 на пула. Может быть, один тоже можно поменять на кого-то. Вы только если Брин выпадет, вы его через обмен отдайте, пожалуйста. Не, ну все, да. Не закинь его сразу, ДКшнику этому. Знаю. Ну, на всякий случай. Вот опышная мысль. У вас там инстал. Заканыч дал. Заканыч должен выйти вроде. Да, я тэпаюсь, тэпаюсь. 6 ДКшников? Да. Ну это еще хуйня. А, 5. А чё, тут тела распала, не пошел, а? Ну, блядь, ДКшникам 25 дают, а пала... А шучу, ДКшников. Какая жалость. Сейчас, скорее всего, будем... Легендарный класс? Так, подожди, Призан, а ты у меня как пойдешь, блядь? А, ты в хиле идешь. СПДшку же на решами пьешь? А чё, мы на фул или 4 из АС? Посмотрим. Я не знаю. Ну, блядь, я не предсказатель, блядь. Надеюсь, АС. Боже. Я знаю только, что ёбаный Абэмэ, нахуй. Абэмэ ёбаный, брат. Надеюсь, что 4. Ты предсказатель, но ты планировать будешь. Думали, ты войд Баба Ванга. Я пока ничего не планирую. Я не знаю, что получится. Вообще хочется до Лича, да и Лича убить надо. Да Ильича? Ильича, да. То есть последний финальный босс Мавзолея, это Ленин, нахуй. У него кепка, блядь, падает, нахуй. Трубка, блядь, что там? Чего, блядь? Чего, блядь? Ну, так угорали, блядь. Говорит, кепка падает. Каждому кепку... Все взяли. Острые козырьки. Взяли, это, фласки, хуяски, все взяли? Алло. Нету в этом. Так, блядь, у меня в звезде, я же говорю, ёбаный по голове, блядь. У меня в звезде. У меня джип в Москве. Ну я тебе сейчас сделаю здесь, нахуй. Ну я сейчас в другом культурном городе. В культурном рейде. В другом культурном рейде. Тутилар, нахуй. Хочешь 26к дать? Ой, 26. Да, чего-то не хватает, нахуй. Что-то в натуре не хватает. Я вот не знаю, да, это, леди, затанчите протопал. Давай Лингрен в танка, Холидринг в танка. Затанчите, ну, протопал. Ой, ДК. Я. Или надо будет Хукмастера Спектр. Не, наверное, затанчите. Хукмастера, Вилаша, Лингрен, все. Прям хуй знает. Ну, так-то похуй вообще. Так и я. На пулы есть 4 штуки. Так, где? Не вижу еще третьего танка. Тебе саппроты или что? Да, да, саппроты. Ну, третий танк кто-то не спекнулся еще. Ну, Хокмастер еще не спекнулся. Угу. А ему ДД фласки дал. Да. Че? Так, Линк. Эвилаш, Алингрен, Хукмастер танчит. Ебать, дожили нахуй, я на приста зашел. Нахуй я на него зашел, блядь. Ну, не говори. Я не вижу. Я вообще не вижу нихуя. Че, все, взяли все? Так, как хилить-то? Как хилить-то, ебаный? Блять, обойма. Одну кнопочку тыкай там. Да, рыбу ты ешьте. Можешь жать одну кнопку. Жрем рыбу. Обойма. Так, а надо ли нам шестой хил здесь? А его и нету, нахуй. Да нету, нет, упадет. Ебать. Ёб твою мать. Это только Рианти спекать. Я мышку новую купил, ебать. Да ладно, попробуем сейчас. Три танка. Подождите, нам не дебаф. Кого-то сюда свищнем.
Вот, три танка в первой пати. На фул или вилаж? Да, вилаж МТ, мастер Лингрен рядом стоят. Давайте проверка. Так, масло надо. Вар на ХП кричи, короче. Кстати, мы здесь можем похилить, и у него проходки нет, вот он не пишет. Так, этих пока кикну, чтобы слышишь? Готовность. Чего? Ршам. Ршам может похилить, у него проходки нет. Вот он просится. Какой? Мэйзикин, который. Он реальный. Игорь Элем Ршам. Вместо кого? А, не знаю его. Ну вот видишь, надо сначала понять, вместо кого его брать. Признан, тебе что-то надо с первых четыре босса? Первых. Да хули Призан, блять. Ну, нихуя себе, ты угораешь. Ну, хила на хила. Угу. Ну хорошо, Синтек может по ФКшить, ебать. Вот у вас. Слушай, я не знаю, нахуй. Ну, я говорю, месяц-два и вторая гера будет. А сейчас я не знаю. Ну кого менять-то, блять? Вот ты можешь Синтека поменять. На 4 босса, вот кого менять? На 4 босса. Ну нихуя себе может. На 4 босса, блядь. Я не знаю, как он хилит, ты говоришь, на 4 босса. Максимум, что ДДшника на его, чтоб шестым хилом. Если что, его в ДДшника спекать. Ой. Ебать у тебя логика, пизда. Ты вот поменяешь, и рейд хуй что пройдет. Ладно, давайте это. Отчет. Кого-то из рок. ДК. Давай, Вилаша. Да, можно Юлю убрать. Они уже бьют ребро. Правда? Да. Поздновато уже. Какое ребро? Подслать шоу. Ага. Я сегодня, что там у тебя за девочки разговаривают в Варкрафте, блин? Не знаю. Это ДБМ. Я люблю девочек. А я ж не спорю. Шип на ханте далеко стою. Шип слева. Слева до рулька на шипе. Полено проткнула полено. Ну там вообще-то ледяной шип. Ну а выглядит как. Выглядит как полено, бля. Хватка. ДЦшником не играл я давно. Сука. Ебать, хокмастер умер. Танк упал. Резайте. Прожимаем. Быстрее. Резайте, резайте быстрее. Фулл баф по нему. Пристабаф дал. Каску дай, тебе лапу по нему. Ханта не проебить. Вот эти исповедь дал, блин. Спасибо. Это... Прыгал нахуй, и нету танка. Кулидрин, Крарник подкастовывайте, там флешку по возможности, когда видите, танк просел на ПСП. Так, танки же пизды будут получать. С огня выходим. Блять, ебаный в рот. Сука, так лагает, я ебешь нахуй. Разбейте, пожалуйста. Сука.
Ёбаное говно, нахуй. Абема. Это хуже, нахуй. Недели две назад не было лагов таких. Ну, у меня в рейде вайда вообще нету, какая-то хуета. Он заслали. Танков, 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 сука. Не проебите. Они уж потому что новую геодату поставили. Ну, пингу посмотрите, там на компьютер нажмите. Может из-за этого. 60 пинг. Ну это много. Много? Ну, частота смены кадров. Это нормально. Все, 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 нет, все, один. Тихо, все, тихо, все, слушай, все. Выходим, ебаный, осторожно, нахуй. Потом, блядь, про АБМ. А то пук сейчас охуеет, блядь. Упадем нахуй еще. Пиздец, еще топора не увидит никогда. Че, ему топор нужен? А за сколько он, а за сколько он брин покупает? А я хуй знает. Сколько? 110. Чего так продаете? Разбейте, нормально. Разбейте, ну, разбейте, ебать. Сука, работаем. Блять, я в луже нахуй. 120 тоже. Сука, отвечаю, это ебаные лаги нахуй. А у нас находится. То есть купишь у другой гильдии тогда. Войт, слышишь? Может демку за другой, упа, может демку другой подрубит. Топа забираешь. Не, Катрисия заберет. Кольцо, кстати, крутое. Ну, он неплохое. Конечно, ему нужнее гораздо. Код к тому же на майнспек. Нихуя не упало. Не вижу, чтобы Катрисия что-то начала. Кольцо, у нас с мастерством-то нет? Топор-то выпал, топор. Опа. Нет, нет. Топа забирает. Нет. Призан тыкает. А топа где? Мне не надо это кольцо. Это они там что-то говорят. Я про тебе ботинки. Про ботинки говорят. Это комбо больше, чем мне. Я собираю комбо, но пока... Трисии не нужны они, он сказал. Прямом. У него на мастерство ботинки. Тут столько Трисия нажимает. Ну вот я полтинник. Пускай забирает, это бисовый спагин на него. Упадет еще. Больше я ему отдал, а больше я не отдам никому. Еще раз упадут. Короче, нахуй, на следующем КД 4 токена заберу на ДЦ, нахуй. 4 этих, как они называются? Ну, печати. Сразу. Печати, да. Если упадут. Прям в натуре, нахуй. Хуя себе ты придумал. В смысле, они упадут с гульмагика-то. Там 6 штук падает. Нормально ты придумал. Ну, а хули тут еще, блядь? Че, осколка не было? У меня просто квеста тут нету. Нет, не было, не было. О, я сейчас еще и палку заберу нахуй. У меня нету, да, квеста? Надо взять. Я тебе без сбора могу палку дать. Я понял, блядь. Хуя себе, блядь. Я после этого обзадумался, слышишь, вот. В натуре. О распуске гильдии. Так, ребро пройдено, нахуй, нормально. Ну-ка, ДСшника. Ребро это... Этот, абсорб, блин, коните есть там что по абсорбу, блядь? Не, вообще... подлагивает сегодня вообще. Это рам первый с конца. Первый с конца? Блин, коните, ёбаный, блядь. Они шо, вот рейд, блин, коните. Я вышел, я патч ставлю. Ооо, ёбаного синтека не обогнал, нахуй. Да ну нахуй. А почему я второй? А чё это перепутанные цифры? Вот, вот, блядь. А, блядь. Натуре, я выхожу патч ставить. Фига гений. Ну, синтека даже аддон пьяный, блядь. Он нахуй пьяный за тебя будет. Ну, короче, ебать, на первом месте гламурчин, потом идешь ты, потом... Я видел, видел. Живите, хильте. Парнишка ворвался, перехилился. Марвис, ты там где? Вон, у гламурчин. Блядь, Details нахуй сломали, вон, признана такая же хуйня. Я в этом, я в бухче. А, я просто подтекнул. А можешь мне тогда четвер прикинуть, пожалуйста? Могу. Спасибо. О, еще лучше нахуй. Вы видите, что, блядь, это Details пишет? Второе место воин, первое место гламурщик, но топ не по порядку, ебать. Да не факт, так как ХП сломан, это ж на сайте, что тут.
Блять, понадобавляли всякой хуйни, теперь ничего не работает. Так, нормально. Ну сумоньте его пока. Гламурчин первое, Войд второе, Друид Инвалид третье, Крызом четвертое, Синтек вообще там с конца где-то. Что тут, что для спекаться для физухи? Ну, Войд на втором месте, на ребре. Да, физухи хватит, я думаю, вар есть, кот есть. Так. Похуй, я на шипах висел, ебать, в рейнже стоял. Так, почитаем. Это сам... Я на шипе один раз или два раза был. Этот... Так, Вилаш, как обычно, кружок, ближний к леди, два моба. Кто там с ней вот будет? Хукмастер твой с лестницы и ближний к лестнице со стороны кружка. Первый Вилаш на боссе со звезды Линга. Да, ответственного. Так что воет всех почти, кроме Пала. Баги кончит, что ли, нахуй? А сделал. На Пала хоть сделаешь? Не, надо какой-то, это, чтобы лагов не было, нахуй, я ебал такую хуйню. А будьте добры, сомнёте, пожалуйста. Патч в натуре, нахуй, ставим патч, ёбаный в рот. Сделайте такой. Это вообще там 1% команд, которые можно вписать. Small cool, ground, defect, dist. Ну он траву отключает, вот это вообще. Skycloud. Черек. Это все у Войда прописано. Педро, повтори, пожалуйста, еще раз. Зашел в игру потом. Папка с игрой. То есть вот именно да. Все эти файлы. Там папка дата. Дата. Да. И ру-ру папка. И вот туда просто скидываешь. Все. В ру-ру. Ну там все похожие названия, ты увидишь. Да просто, просто кинь замены, да и все. А там, по-моему, он не заменяется. А этот патч открывать надо? Добавляет. Патч 2 мейн открывать надо или так нахуй папку скинуть? Нет, именно файл. Именно файл нужен, чтобы... Значит, открыть надо, да, папку? Ну да, тебе из архива надо достать файл и скинуть в эту папку. Папку ру-ру именно. Не файл. Катя, кинул. Не папку, а сам файл. Да. И теперь через этот рам надо зайти, да? Султанчик, я не знаю, сколько у тебя ДПС было, я что-то подстер. Ой, я тоже удалил, ебаный. У кого ДПС был? 14 000. Че, вы про кого? Про Эрбро? Сэджи, дай стрим. Нет. Все же там лагают тоже, пиздец. Не-не-не, сегодня лагает вообще прям что-то нереально. Вот ДПС. 14-1 у Эпиханта. Где топа там? Сейчас, секунду, Фил. Я тут припыхчу плотно со стримом. Че, никто врубить не может? Вон, ликанули ДПС. Так. Это там, где ты вот нахуй этот? Сука, как нахуй? Хуй его знает как, блядь. Details уберите и заебись будет тоже. От details лагает нахуй. Обычно вот, когда нахуй это... Ошибка со старта нахуй это... Да, одинаково приятно, все то же самое. Ладно, давайте распределяемся пока. Короче, со звезды бьют 2 мага, 2 совы, лок, хант. Вот, зергаете, значит, в первую очередь центрального моба приверженца. После этого хант поворачиваешься и полностью на кружке приверженцев стреляешь. Ну что у тебя физуха. Вот. Ну, РДДшники двух добивают фанатиков. Потом, если что, вдруг в кружке остается, добивайте тоже. 2 шипе, роги, седжу топа на боссе. Криптейл, ты в ШДшнике там или в ком? Могу спекнуться, если надо. Ну, спекнись, я хуй знает. В этого, да, в ШДшника. Хотя подожди. Подожди. Вар есть, Катрисия есть. Все, не надо тогда. Этот, в кружке тогда бьют Invisible, Tutelar, Holy Drink. Катрисия, ты на трэше, да, по-моему? Да, на трэше, потому что тебе надо будет еще контроль страховать. Drink Катрисия, 4 тела. Рарник и Вар. В принципе, нормально, 6 ДПСеров есть. Если чуть что, моб какой живой, и также ШПшники кидайте туда ракету тоже, чтобы это подбить немножко. Ну или какое-нибудь иссушение, разок прокастовать. Ну и все, в принципе. По контролю Вадикон квадраты, Равис треугольники, а Катрисия давай луна. Вот, если это какая-то проблема будет, ну Синтек там страхуй, хуй знает. Синтек Вадикона за контроль, что он в контроль возьмет, а этот Друид Инвалид Рависта. Топа, что у тебя там? Да я зашел, мне потребовал, говорит, патч, это зашел. Сейчас, короче, минута. Я обновил. Забирай, ответственно, давай, сестра.
нами в рейде мурлоки. Миликах же, да, агро набирает, а те не шотают же, нахуй, да? Да, да. Но они кастуют, хули они не шотнут. Сразу на этих миликах. На фанатиках. Санта-Клауса, пиздох, там подарки заберем. Потом я на босса переключаюсь, да? Ты трэш дотанчиваешь. Первый босс Эвилаш, а потом, да, вот, ну, как трэш полностью убьют, ты уже идешь, да, и полностью на нем агро набираешь. Вы должны быть первое, второе место, меняться местами. Босс не таунтится. Топа готов? Да, сейчас нормально. Сейчас, мужики, с первого трэша лучше. Че ты говоришь? Наш нужен. Сейчас, наверное, кто-то. Чего говоришь? Бля, на хп дай, пожалуйста. Блять. У меня нет, по-моему, на хп на присте. Да похуй, без нее нормально будет, не убьет. Инту. Маги, инту. Человек в рейде, заебись, нахуй. Что, дали, нет? Нет. Маги, ёбаный покос, нахуй, вы тут? Я хуй знаю, на те есть инта, вон 44 минуты. Чердейская гениальность, так что это? Ну там пол рейда с бафом, пол рейда нет. А, ну хуй знает, не смотрел. Маги, вы тут? Они, может, не в диси, нахуй. Они не в диси, нахуй. Все, даю отчет, давайте, Маш. Минус, то есть плюс к ГП. Я хотел сказать минус к роллу, блядь. Минус к приору. Ну или так, ну. Плюс, плюс ГП. Всех живы, нахуй, надеюсь. Это контроль. Пизда, сейчас нахуй пет пойдет косить. Ингильбо в этом зеленком. А че это за говно, нахуй? Они че, кош не слили? Их так нельзя законтролить? Пиздец, синтек крипто реса и андроид инвалид топа. Блять, это вообще параша. На первой фазе такого не должно быть, нахуй. Че это за хуйня? Хант убил. И ДКшник. Вилки сливай, блять. Ну, пиздец, нахуй. Я хуею с вас. Так а вилки-то при чем? Пет убил. Пета убивай нахуй своего. Я хуй знает. Пет пидор, нахуй. Я в ахуе, блять. Че это за хуйня? Вот звездопад, а чё не у нас-то, блядь? Трэш 5 секунд. Рави, стрессай топу, нахуй. Раз. Я хуею, блядь. Подсолнух. Чё, топу опять, что ли? Да. Так он без контроля 5 секунд стоял. Друидов просил... Друидов просил по контролю. Где контроль, блядь? А, ну, нахуй. Вихрем, да? Ну, блять, ну конечно вихрем. Как ну, в кате долго будешь набивать там. Рарника, а... контроль тебе сейчас разъебет всех. Да не синий такой. Лингрен не убей. Не всех, но полрейда точно. Пациенту боссом. Ребят, ну добились везде. Пациенту боссом. Перевели. Перевели. Сначала трэш разъебываем. Фанатик в рейд пошел. Не было строить, видите. Станом удал. Духи в трэш идут. Дух в центре. Чего, везти куда-то нахуй? Да, от духов и от Шалтира трэш. Шалтира не убить. Босс идет. Дух босса. Ладно, мне похуй, короче. С тобой считаю. Дух возле босса. Оба.
Ебитесь. Да куда вы, блядь, босса ведете под духа? Вы чё, прикалуетесь? Не, меня этот огрузки тело, хули этот 5 стаков нахуй этого прикосновения такого. На пул по очереди. Ганоносите там на кого пулить, блядь. Ух, в миле идет. На мага идет. Мордуплекс. Духом, блядь, тащите, что ли? К танку ух, идет, бегите. Бля, дрин, как контроль. Ледринка, законтрольте. Все. Да. Надо на пульте в меня этот, хукмастера на пульте. Там, да, хуя, но... О, духа, взорвали. В трэше. Дух в миле идет. Такие, блять. Дух в трэш идет. В трэш идет дух. Блять, призы не убить. Дух в миле под босса идет. На лестнице дух. О, босс. Мастера. Сейчас уже... 5 стаков нахуй этого хуйни. На Авилашу на пол. Духи под босса. Дух под босса идет. Ваня, не зыбку взял, короче. Варианте, дайте вмешательство. Дух в миле идет. Ай, бам, как козленок, сука, прыгнул. Дух в трэш идет. На Авилашу теперь. Мобов добили? Yeah. Дух под боссом прям, блядь. Под боссом, да. Хлопнули, походу. Ну, а нет, тут нахуй, да, у меня этот хуйня. Трэш играем. Меня начните напуливать, мастера. Дух. Я разъебу. Сокру дал. Трэш, ребят, трэш. Варианте, трэш играет. Дух в трэше. Пораньте, сальву дайте сальву. Пораньте, сейчас ебанет ее. Дух в трэше. Трэш. О, на мне. Ради следующий это по агро, если что. Два духа на лестнице. Spirit. Не убейте своих. У меня кош есть, аккуратно. Меня что ли под контроль делать? А, нет, на всякий случай. Пиздец, ты с этой момент. Еще раз законтрольте, я забыл. После этого трэша можно добивать, я думаю. Мудаки ебучие, духов не хлопайте, дауны, блять. Бах, танк убил, оф, танк умер, то есть. Резайте срочно Лингана, быстро. Лингана. Давай, не зыбку сдал, там хуясина. Давайте босса. Три ляма. Добиваем. Скорбичи, нахуй. Ебать, нахуй. Слепые, сука. На туре, блять, воин. Сперу трех. Танк нахуй, это второй танк нахуй жизнь, как там. И правда. Хукмастер. Че, Войт, ты проснулся? Нет. Да. Я заебался одну кнопку тыкать нахуй. Там мне кинулось. Ловил духа, блять. Я не ловил, ебаный. Ты ловил, да, БМ, блядь. Выше почитай. А на шее кольцо когда-нибудь выдаст, а? Да, Войт. Вадикон. Генай Банай 2. Шалфир 1. И синтеп, бля, я скачал вашу хуйню, а вот эту, она у меня не работает. Что за залупа, бля? Что это хуйня? На прошлом боссе работала. Патрисия, тебе нужен? Нужны корабли? Плюс-минус. Напиши что-нибудь. Хукмастер, можешь в ДД спекаться. Вот а с кораблей надо кольцо крить хаст СПД? Почти не сокет. А вот этот с первого там босса, бля, танк ашмот падло. Забрал-то и распилили. Я не знаю, у Лингрена.
Тебе штаны нужны? Не, я Что-то я пиздануть хотел, блядь. Нахуй я вообще на писта зашел? Не знаю, заходи на другую. А где Валент? Валент тут? У нас приста нету хила, поэтому ты зашел на приста. Да не, я, блядь, на самом деле аукцион выставить шмотку зашел, блядь. Нихуя, блядь. Блядь, я так в рейде попал на приста, да? Да пиздец, блядь, хуйня какая-то, блядь. Вот, это только простой. Это мой распул легкий уходит. Вой, ты на присте остаешься. Кому-то надо с кораблей кольцо крейдхаста с ПД синий сокет. Я бы забрал, но я не с вами. Ну, я из тех, кто в рейде. Вой, хорош мой распыл раздавать. Понятно, заходи. Пойдет, пойдет. На кораблей. Ну, корабли. А что ему надо оттуда? Запы вроде, что-то такое, хз. А кто вофнулся? Или тебе тоже нужны? Нет, запы мне не нужны. Катрисио. Может быть, там не запы. Я не знаю, что там ему нужно. Катрисио. Он же этот, энх. Ему, значит, запы. Плащ не будет. Плащ. Запы и плащ. Красота агильная. Ну, плащ призану нужен и мне. Вот вместо Катрисии пока он оф. Ну, давай это сам. Где Валент? Если кольцо никому не надо, могу зайти на холипало? Я джу. Ну и спроси, я не знаю. Чё? Что я вас спрашиваю, кто же... Я не вижу Валента. Стрим кораблей? Ну да, я хочу посмотреть. Короче, блять, это... Время идет, нахуй, так не пойдет, блять. Они все поухались, ну и все, нахуй это надо. Он в дискорде сидит, что-то... Ну, может, он выключил звук, я хуй знаю. Катрисия, заходи, ебаный покос. Ты тут, нет? Или что, он офнул? Я на сорфе рублю. Ну, вышел, я так понимаю, он слот освободил. Он писал, компи бутнет вообще. А, ПК-ре бутнет. Ладно, похуй, идем так. Вон, Катрисия ходит. Кстати, я так и думал, что вот Синтек вот именно так и выглядит. Так, как Мурлок? Ну да, ебать. Ебаный ваш режим рации, нахуй. Все отлично. Не сказать, у кого там, блядь, у меня, типа, видишь, на аватарке Дискорда Мурлок. В Дискорде у меня Мурлок. Две пушки займите пушки, еще. Пушки, да, еще две штуки. О, да. Пиздец, вы там хлопать начали периодичность, я ебу нахуй. Хуй защитуешь. Духов. Это, линканите. Хил с абсорбом линканите. На первом месте. Ну-ка, линкани, я хочу это видеть, нахуй. Что я, блядь, не бесполезный бич, так? Нихуя. Ебать. Как дела там, пацаны, блядь? Че, вайпнулись? Мой, смотри, блядь, не то, что Holy Drink скинул. Катрисия, рип, нахуй, я понял. Отходи, друид валит. Там будет спиритус первый, потом гламош. Ну, а хуль ты хотел, там как бы тысячи... Вы упали? Хуль ты хотел, блядь, это скилл, нахуй, на самом деле. Катрисия где-то далеко лежит. Да, блядь, синтек, нахуй. Скилл персонажа, да? Хотел сказать. Скилл... Че, вы упали? Нет. Но твой скилл, ты же на персонажа играешь. Мой персонаж, мой скилл, блядь, все мое. Да, вот этот, как его там... Как он, слово щит или как он там называется? Слово щит. Да я не помню, как там защитники оно, блядь, называется. Как-то, блядь, щиты эти. Слово Войда называется. Да. Сила Войда, щит. Щет. Булщет. Что такое, Зоха, неудобно, да? Че-то нихуя себе, блядь. В бочке шоугере, некого бить, блять, на корабле. Латури, дай, заебись. Так у вас здесь, блять, 6 человек. Здесь вообще двух ДДшников, миликов оставляешь и танка, и все. Блять, надо какой-то фармить этот. Че, с первого трайля закрыли, леди? Да. Он куда какой-то, да? Бичи, конечно, подохли опять. Ну а что поделать? А там словили все самые красавчики, челики, с ВХ, нахуй. Я словил, блядь, нахуй.
Такие, еще и гламурщина убил, есть что. Слышишь, оно, гляньте, я хоть не словил. Хилы танка, блядь, не спасли, но. Натуре. Сейчас на это, блядь, когда на X5 выйдет, целка, они возьмут корабли, сделают самым сложным боссом, блядь. Натуре. Прикинь, если бы еще змей ледяной, нахуй, летал вокруг и пулял бы огнем у нас, нахуй. Вместо трэша духи будут летать, да, на корабле. Нихуя, в натуре духи, кстати. Не, ну типа... Да, король лич бы здесь бы духов вызывал, надо было их блокировать танку. Угу. С двух бортов одновременно, нахуй. По левому борту духи! Вызывай бы сразу. Юля не сильно прошибает. Не зыбка в КД. Да, Юля пол ХП сносит, наверное, надо съебот. Да, давайте. О, ну это та хуйня, которую я предлагал. Пивас сминает. На форуме. Слышите? Если ее реализуют, то думаю, воет. Бля, чё у тебя синтек, ты там хрустишь чем-то? Он пивас сминает, банки. Он только с пивом, блядь, уже крутит. Ты чё, блядь? Юля, улетай. Не, нихуя. Я энергу купил. Добивайте мага и улетаем. Скинем стаки. Звук алюминиевых банок я всегда узнаю. Ну вот, да, слышишь? Это была банка энергетика. Да, блядь. Не, я просто увидел, монстры начали продавать, я думаю, ебать, надо взять. Я говорю, после сурка можем на Валитрию сходить? Недавно там пепси купил. Вдруг штаны выпадут. Я просто взял, короче, мышку. Ебать, а у меня еще скидка была 2000 рублей. Она уйдет, нет, с корабля или что? Как? Релаш, а? Она до конца хочет стоять. Сейчас маг уже скоро будет уходить, что так долго? За победного решил. Давайте, а, что, кого, да? Я как-то тоже так поверил в себя, нахуй. Авилаша на мужика, короче, пошла. Авилаша, давай на мужика, ебать. Вот у кого остальные яйца. На мужика пошла, нихуя. У кого остальные яйца, да? И броня в два пальца. У меня остальные яйца и броня в два пальца. Цитата на Гану. Цитата великих воидов. Нет, на Гану ты неплохой. Гану, ну ты все будете тогда, да, оттуда. Покидайте вражеский корабль. Бегом. Ебать, 90 тысяч осталось. ДПС куча нахуй. Вилаша. Что там, блять, фордуплекс, ему похуй, блять, все. Они погибли. Ну живее, слизняки недоделанные, не то вас всех пущу на корм рыбам. А буйный дед, блядь. А, бля, это дед Марк, да, Рахима. Баны, а ебать, мы леди с первого хвостили. Ебать, да ну нахуй, синтеку 500 ИП. О, нихуя, давай. О, вот это синтеку, ебать. Нихуя себе, что это за аттракцион невиданной щедрости, блядь. Кристи уйдет на медведя или куда-нибудь еще. Чё с этому медведя идет, кстати? Грудак вот этот. Колечко заебательское. Вот если грудак, то это ему вон ему уйдет. Да, бля. Похуй. Мне похуй, я за сотку заберу. Ну, палочку? У Катриси есть только ЕП нету, она вон внизу где-то. Так. Так, а то починись, ставь нормальные трины. А что-то Катрисю не вижу, где он. Не, надо курицу начать. Ну, все, курицу крипто поставить. Он не был на этом, он же отдавал. А он в нашей хате. Катрисю. Ну, не было. Надо весь рейд работает. Ой, ебать. Но на пати только работает. Да, да, только на пати работает. Хуйня какая-то сама. Я тогда себе отдельно поставлю. Топовое колечко, давайте за сотку забирайте. Да, топовое. Шипочник у меткость убирает. Так. А чё это, на пушке можно и истерию кидать? Да. Еще кулаки и каски. Не, ну кулаки и каски я это знаю. Кучечная. Так, этот самый. Я что-то затупил. Сколько у Хукмастера осколков? А, ну да, там призен спекнется. 16 у меня. Вот сейчас стало 16. Жрите рыбу. Проверка. Два. Это третий рейс, короче. Ристобаф. Рыба вдвойне.
Че, синтекс спекнется в столу? А Войт вообще в чай не смотрит в этом. Призен в ДД. Вы, ладно, призен спекнется. Мы в 4 хили. Он уже спекнулся. Он уже спекнулся, хорош. Так, блядь, не доел нахуй. Ладно, запускаем пока. Батин бежит. Сколько мы обычно его бьем? 8 минут или 6? Его бьем 8 или 6 минут. Ну, берса же 6 минут. Или 6.30 у берса. Ну, короче, 5 минут бой. Тогда на 30 секундах поставлю. Ну, курицу надо 30 секунд, пока больше. Баг курица. Я прошу вас, да, она багается еще бывает. Давай. Блять, я забыл про эту курицу. Это курица курицей нахуй. Но вы не забыли там, что трэш напуливать надо, что надо его бить всем. Хант есть, все нормально. Не-не-не-не-не. Смотрите сами нахуй, вы понемся нахуй. Ну то, бля, я пока спокойно нахуй. Ты поставил, бафа нету. Навайпаемся нахуй. А я поставил, есть. Я посмотрю, блять, кто что бил, кто что делал, блять. Я специально не буду бить. Окей. За мной Сентек бегает, смотри. Этот, РДД, не ебаните сразу, блядь. Это... Чтобы босс к вам не побежал. Там. Центральные позиции хилама ставьте вот тут, нахуй. Идите. Где Катрисик? Где мой котик? Твой котик? Где мой котик? О, вот он, ебать. О, ебать. Привет, лаги, да? Ага. 10 кадров, нихуя, 12 кадров. 11. 10. 9. Сука. Не ебу нах. Ой, ты там хилишь? Кого хилить-то, ебать? Я понял. Всякие бичи уже догоняют. Гера кончилась, нет? Почти. Вот сейчас. Да. Вот я синтек обогнал. Блять, не туда. Тебя и друид валит обогнал, пиздец. У меня такие ланги там, пиздец, но. 5 кадров. Нажми Ctrl-R, у тебя будет FPS показываться. Ага, блять, я пока нажму, вы сдохнете уже нахуй. Ой, блять, ты все равно не хилишь. Не отказывай себе в удовольствии смотреть на цифру FPS. Минус один, да? Если там минус один, да, там какое удовольствие, блять. Нет, да не может быть минус один. Я могу себе представить один кадр в секунду, я не могу себе представить минус один кадр. Зайди на стрим Войда, увидишь. Нет, это у него там, ну, кадров 5. Мы не можем представить минус один кадр, потому что никто такого не видел. Это уже получается, ты видишь кадры из прошлого. Блять, это гений. Открыто. Блять, открыто нахуй. Ты либо безумец, либо гей. Это две крайности одной и той же сущности. Да. Тамерлан нет. Да. Лашу хилим, воет. Алло, еба. Оп, на притоны хилим. Да, блядь, вот это удовольствие, нахуй. Сереюля, дай я Серею. И не чекай. Да не давай ему истерию, он так в жопе. Ааа, пиздец. Ух, блядь. Поцелуй матери, скалы меня спас.
Блять, а вот травист не спас. Блять, бичи, я вам говорил. Какого он хуя, говорил. Блять? Какого хуя? Это вот кто не бьет трэш, вы в ответе нахуй за то, что он умер. А если бы на нем метка была, он бы сейчас отхилился, мы бы выпанулись тут же нахуй. Еще бьем трэш нахуй, никто не зергает босса, вы че нахуй? Выпанемся за здрасте нахуй. Будете потом, блядь, локти кусать. Будете потом как на умерсе, который на 40 падает. Да, блядь, 550 тысяч нахуй ДПС, они падают нахуй. Ну что дауны трэш не бьют, блядь. Что, третий раз выпадет клубок ряд? Наверное. Я думаю, выпадет золотой нихуя. Кто? Золотой нихуя, говорит. Ага. Есть, да, в луте такое? 400 тикает. Слушай, это ну да, да, меня. Хороший ДПС. О, ГЦ, ГЦ. Вот так, так вот, если на циферки посмотреть, бля, я ПС только одну дал. Уступит кто печеньку мне? Водикон вот. Общий. 430. Ну, уже робота. Уступит кто печеньку, алло. Вот этого робота уже убиваем. Вот у Теларс, то ли его паладин 17 тысяч нахуй, то ли этот ДК нахуй 20 тысяч. Просто на адреналине пойдем на робота с такой пачкой. Просто. Нет. Ну та же самая пачка. Не, ну. Да блять, пошли дальше ЦЛК побьем. Да блять, пошли. У нас еще дохуя дней на робота. Такая пачка вряд ли соберется. А вы на. Ну, вы сейчас на Валитре пойдете? Ну и не соберется, значит, и нахуй надо робот. Ну вот и все, блядь. Придут, куда денутся-то? Пошли дальше. 17-й. Давай этот. Через. А чё ты хочешь, тебе уходить надо или чё? Что? Ну те, Валька, чё тебе? Да, ну да, мне отойти там на минут 30 надо будет через так минут 20. Так иди, мы пока тухлого гнилого убьём, там профа ещё. Так, что тебе, блядь, токен надо, я понял. Ну гнило плащ, я бы плащ сгнило попробовал бы, если бы сгнило плащ. Ху, ты чё, дурак? Чё? Я выйду и спрашиваю. Да ты 50 нажал, нахуй. Ты... И что? Ну дай за 50, там, там некого. Я тебе обычный дал защитника, блядь, бич. Ты на приколе или что? Я тебе обычный отдал. Так ты же разыгрывал тот, нет? Нет. Я забагался. Может забагалось, не знаю. Слава, сразу цвет. А чё вы 50 нажимаете? Ну, все, а давай, я, отдавай, 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 отдавай. Токены за 50 забирают? Ну, отдавай, они отдавай. За 50 не уйдут, люди сотку же жмут. Ну, в смысле, ну, по приору-то, я? Забираю, какая разница по приору? Если по ты по приору жмешь 50, ты не получишь никогда. Те, кто сотку жмут, они и забирают. Вы на приколе, что ли? Ну да, сначала тебе сотка, а потом 50. Это всегда так было. А то хитрая жопа, блядь, жмет полтинник, да? Ладно, давай еще нет, раз. Это еще в токен за десятку нахуй нажал бы. Они никогда не. Они уйдут за 50, за 10, они уйдут только тогда, когда все будут в Т5. Вы это поймите, да, блядь. Да. Люди ходят в Т4, так что, блядь, не знаю, о чем вы нет, думаете. Ответственного дай. Мобы сзади. Открыто! Ха-ха-ха. Взял бы. В интересном месте стрима. Да. Ты видишь, его нет. Я сразу сказал, я тебе... Он обиделся. Поэтому я и забираю за... Отставлю полтинник, блядь. А этот хитрая жопа просто. Я не знаю. Хитрая, да может ты? Я не знаю, что вы придумываете. Ну, 50 это... Когда люди в Т5 уже будут в 4 куска ходить, тогда да. Не, он хочет и токен полутать, и в приори не упасть. Не, ну... Типа, они не у них фиксированная цена, я понимаю, там шмотки какие-то там, ну, это основная ты вещь. Ты что, нашел Т5 за 400, что ли? Хоть там ага. И статов меньше апаешь. Ты токен за 400 отдал, а не за 500. Токен 500. А, ну да. Ой, бля, нахуй. Сэджи, что ты вырубил? Я не буду эти лаги стримить.
Да, у него лаги реально, я как я, не зайду. Я статично босса постремилась. У кого там нахуй ебать топовое железо? Давайте, включайте. Я хочу, да, здесь давайте. Топовое железо бесполезно. Тут сервер, блядь, пиздец.